В Южно-Казахстанской области выпускница пыталась покончить с собой после того, как узнала свои результаты ЕНТ. Родные буквально вытащили ее из петли. Сейчас девушка в реанимации. Записку оставила, что меня лелеяли, халили, баловали, а я опозорила школу, опозорила родителей. Какой позор, она набрала хорошие баллы. Вот вообще ЕНТ, я считаю, это трудно для психики. 18-летняя Жансая действительно набрала не самые плохие баллы. Родные говорят, что ее результат 91 из 125. Однако девушка очень расстроилась, потому что мечтала поступить в медицинскую академию. Полицейским предстоит выяснить, действительно ли результаты ЕНТ стали причиной попытки суицида. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Жансаю воспитывают бабушка и дедушка. Теперь пожилые люди сутками дежурят возле реанимации. При поступлении состояние было крайне тяжелое. Девушка была без сознания, было угнетение дыхания, кома, два. Ну, быстренько мы здесь подключили ее к аппарату, провели противотечную терапию. Сейчас гемодинамика девушка стабилизировалась, но она еще не пришла в себя. С аппарата мы ее сняли, самостоятельное дыхание –